Итак, друзья, всем привет! Сегодня расскажу о том, как подсоединить Xiaomi робот-пылесос к приложению Mi Home. Итак, поехали. Во-первых, нам понравится приложение Mi Home. Вот так оно выглядит. И, соответственно, прежде всего необходимо будет зарегистрироваться. Так, выбираем Россию. Тут галочка, соглашаюсь. Дальше, значит, местоположение не обязательно. Нажимаю «Далее». Ну и необходимо войти сейчас в аккаунт. И ввожу свой аккаунт Xiaomi. Ну, если у вас нет его, то нажимайте «Создать аккаунт». Вот эту кнопочку «Создавайте» и дальше заходите. Тут нужен, значит, электронная почта и пароль. Вот и все. Дальше, друзья, после того, как зашли, нажимаем на плюсик в правом верхнем углу. И здесь, значит, нас предупреждают, что надо включить Bluetooth. Ну, мы соглашаемся, естественно. Так, во время использования приложения необходим доступ к информации о местоположении для обнаружения устройств поблизости и подключения к нему. Ну, хорошо. Доступ к местоположению. Так. Вот, видите, идет сканинг автоматический. Сейчас он ищет вот этот робот-пылесос. И необходимо немного подождать. Интересно, найдет он. Ну, если не найдет, придется искать, конечно же, вручную. Вот здесь вот, среди бытовых приборов. Найти его и, соответственно, подключить. Ну, друзья, что-то он долго ищет. Смотрите, переходим в устройство, и здесь вот он, Mi Robot Vacuum. Выбираем его. Вот. Если мобильный телефон не удается подключить пылесос, откройте крышку аппарата. Ну, давайте попробуем. И зажать надо две кнопки. Ну, давайте сейчас открываем крышку. Зажимаем две кнопки. Замигало Wi-Fi. Замигал значок Wi-Fi. Так, значит... И кнопка точечной уборки в течение 3 секунд. Пока не услышите голосовой подсказ «Сброс Wi-Fi», настройка Wi-Fi будет сброшена, идентификатор снова замигает. Да, идентификатор замигал. Так, после чего подтверждаем. После чего выбираем нашу сеть. После чего необходимо ввести сеть от нашего Wi-Fi, причем от обычного Wi-Fi, к которому подсоединен и это устройство, ну, смартфон и все устройства. Давайте теперь мы как бы подсоединяем вот этого робота, и нам заново необходимо ввести пароль. Вот так вот. После чего нажимаем «Далее», после того, как ввели пароль. После чего необходимо поближе поднести, вот как видите, подключен. Сообщение отправлено на устройство, в это время Wi-Fi просто, смотрите, просто зажигает. Подключение устройства к сети, но еще раз надо просто подождать. Просто подождать, ребят. О, все, видите, загорелась вот эта лампочка сплошным светом, цветом, поэтому, скорее всего, это устройство уже подключено. Все, значит, устройство подключено. Я не знаю, почему надо, тут гостиная. Робот-пылесос, все. Далее. Ну и начало работы. Все. Мы подключили наш пылесос. Так, тут принимаем условия. И здесь, видите, есть док-станция, очистить, карта. И можно дать задание очистить. Закрыть крышку. И тут же поставить на паузу. А
остановку подтверждаю, видите, остановку подтверждаю, и он сразу же останавливается, а так вот он отправляется обратно на станцию. Вперед, друг, на станцию. Давай, друган, дружище. У тебя все получится. Ты молодец, давай. Видите, он разворачивается. Ищет док-станцию. И... и подсоединяется к док-станции. Все, вот так вот она это делает. На мой взгляд, очень даже забавно. Все.